Сегодня в меню – салат подсолнух. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Лук 1 штука. Яйцо 4 штуки. Соль по вкусу. Сыр 150 грамм. Майонез 200 грамм. Шампиньоны 300 грамм. Чипсы 1 штука с паприкой. Куриная грудка 300 грамм, отварная. Маслины 1/2 штуки, банка, без косточек. Масло растительное 1 столовая ложка для жарки. Салат готовится из самого простого набора продуктов, но необычное его оформление в виде крупного цветка сделает салат красивым украшением любого стола. Крупные чипсы по краю салата напоминают лепестки подсолнуха, а черные маслины его семена. Яйца отварите, остудите, очистите. Отварную куриную грудку нарежьте мелкими кусочками. Лук и шампиньоны помойте, очистите. Сыр натрите на мелкой терке. Три желтка натрите на мелкой терке. Три белка и одно яйцо натрите на мелкой терке в отдельную емкость. Маслины разрежьте вдоль на две половинки. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите и обжарьте в течение 1 минуты на разогретом растительном масле, посолите по вкусу. Выкладывайте салат слоями. Первый слой куриное мясо соедините с 2 столовых ложек майонеза. Второй слой – поджаренные грибы и лук, сверху сетка майонеза. Третий слой – натертые яйца, майонез. Четвертый – натертый сыр, майонез. Пятый – тертый желток. Перед подачей на верхний слой салата нанесите сетку майонеза в ячейке половинки маслин. По краям салат оформите крупными чипсами. Вкусный салат с куриным мясом, шампиньонами и маслинами, красиво оформленный в виде подсолнуха. Его можно подать к новогоднему праздничному столу, на любое семейное торжество и просто в будний день. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!